Ну что ж, краешки, я к вас. Это все еще Far Cry New Dawn. Что-то я в этот момент, видимо, жевал, когда произносил. В общем-то, сейчас мы идем за вторым специалистом. Кроме него, мы еще тут поищем немного ресурсов. У нас, в принципе, все есть для того, чтобы здесь немного повыживать. Так, прямо за мной есть немного изоленты. Мы будем собирать в том числе все ресурсы, если будут какие-то какие-то еще моменты, мы обязательно их будем. Ага, я даже не дошел там вот слева. Вот, если будут какие-то еще тайники, ну кроме того рыбного тайника, мы обязательно поковыряем. Вот, дробовик у нас есть, поэтому в случае нападения медведей у нас хотя бы будет хоть какая-то возможность защититься. Я тут думать пытаюсь. Думать? Чё, в коробке? Мусор? Ну вот. Похоже, у тебя 9 жизней. Поэтому... будем... добывать еще и такие ресурсы, потому что это все очень надо для прокачки. Так. Ну, этого мы не будем трогать, засранцы. Нормально. А, меня больше интересует, конечно, каким гаком выбирается в кого лететь. А, пиле? Каким вот тут образом это так происходит? Потому что бывает момент, когда оно просто не залетает куда надо. Так, тут у нас прямо передо мной какое-то местечко для чего-то там. Я вот почему-то думал, что это наш персонаж. Ну, на нет и сюда нет, да? Казалось бы. Так. Открытый маяк. В последнее время вот тут по крышам надо вот лазить, потому что с крыш, ой, можно всякого ништяка набрать. Ну вот нахрена они машины вкапывают? То есть это... вы представляете, какой геморрой вкопать машину? Так, а здесь нет крюкокошки? Крюкокошка. По-другому-то никак, наверное, не забраться. Вот, да, точно. Вот просто взять и вкопать пол тачки. Это же лютый звездец какой-то. Мальца бывает. Так. Ой, я чуть сломал. Извините, ляйте. Так. Мы, кстати, здесь, по-моему, и были, когда чувака одного пугали. Припасы обнаружены. Чё их обнаруживать? Да.
Получается, что часть... часть зданий каким-то неведомым для меня гаком заросло землей, если можно так выразиться. То есть прям по крышу земли. Ну, возможно, из-за песчаных бурь тут. Говорят, что есть некие песчаные бури, но я их видел только по сюжету. Хоть покатаемся. Да, такая-то. Дорог нет как таковых. Ну вот, знаете, сейчас вот процветание до второго уровня покачаем, и я думаю, мы немножко еще пошелободим по миру. Потому что мне интересно посмотреть, как выглядят те моменты, которые мы когда-то сносили здесь. Вот, ты тут сидишь? Молодец какой, а? Ты мне еще машину зарубь, падла. Действительно, как можно починить баг с горючкой? Только сваркой. Ой, господи. Что-то куда-то вообще не туда. Плюс 75 неплохо, кстати. Неплохо, неплохо. Так, подожди, тут какая-то дура есть. Наверное, что-нибудь расскажет про тайничок. У нас недавно человек пропал. Паренек пытался обустроить новое убежище дальше по реке. Не сможешь найти его, поищи тогда всякие припасы, которые он взял. Угу. Ох, ни хрена себе. Ага. Так. Это вот загадка рыбака, ну вот, собственно, пошли до Селены. Как дела? Твой пёс окровавлен. Так, что-то все резко начали названивать. Солнце скрылось из-за туч. Точнее, из-за тучи. И сразу другое начало. То есть, с утра сначала кто-то ремонт делал. Потом кто-то решил, что было бы неплохо, чтобы солнышко светило. Ну, солнышко светит это неплохо, потому что достала уже эта зима, чертова. А потом начинает это кто-то звонить. А, еще ремонт делали, да. Забыл.
Вот такая вот херобора. Так, святочки. Да ладно. Вот и уже решил поплавать. Ну молодец, чувак, вообще. Вообще-то больше на лису похоже, чем на волка. Ну, по крайней мере, по раскраске. По этому. По размеру-то это, конечно, волк. Потому что лиса, если бы такая жирная была, это явно было бы. То, что это... Собака Динго? Вот. Было бы сразу понятно, что это какой-то это мутант. Ну, кстати, когда вот мы смотрели с вами карты, нам же сказали, что здесь есть мутанты. По-моему, это знакомый мост. Здесь достаточно много чего изменилось. Тут немного изменился ландшафт. Опять-таки, возможно, типа, из-за того, что, во-первых, время прошло, ну, 15 или сколько, 20 лет. Это не то время, когда ландшафт меняется. Но бомбардировки были атомные, плюс это, всякие суровые происшествия. Вот эти. Да, здесь, по-моему, под минометным огнем мы бежали. Точно. И вот там и защищались. Туда вот. Пару раз я этот квест проходил, насколько я помню. Вот. И суровые условия в плане песчаных бурь. Вот. И таким образом изменил ландшафт. Потому что не всегда я понимаю, где мы находимся. Примерно представляю, но где именно нет. Если... А я ориентируюсь почему-то по старой карте, не по новой. Нет. Ну и плюс тут сместили область, доступную для игрока. То есть теперь некоторые моменты скрыты радиацией, что типа туда нельзя. Нет. С читами можно было попробовать туда, но пока я не хочу. Читерастить? Ну, кстати, вот было бы еще интересно бункер Сида посмотреть. А тут, кстати, по-моему, вот они... Нет, это не они. Это явно не эти. Могила Инквизитора. Нормальное название. Это не буквы. Похоже, но нет. Буквы, по-моему, были где-то там вот, на той стороне. А это да, это вышка обычная. Да, это бункер. Один из его бункеров. Чувак, привет! У тебя ноги прыгучие? Сильные? Боже, дружочек, у меня тут случай эпического провала. В прямом смысле этого слова. Классно, у меня камень нашел. Я выращиваю травы. Ну, ты понимаешь. Не спрашивай, какие. Те самые, да, те самые. Я притащила сюда свой полевой комплект и... Он упал. Свалился, блин, прямо в эту странную дыру. А там, типа, результат всей моей работы за год. Что за набор? Ну, за последние полгода он спас меня от 8 недостаточностей и 4 инфекций. Я, конечно, могу вырастить все заново, но если по чесноку... Ну, реально, дружочек, это аптечка, я без нее сдохну.
До следующего урожая точно не дотяну. Да что там, до следующего месяца. Сейчас люди мрут от любой заразы. Достанем аптечку, и мы протянем еще какое-то время, чтоб с чистой душой сдохнуть в бою, а не от того, что наступил на гвоздь. Согласен. В этом плане... В этом плане, конечно, будет лучше. Так, сейчас мы вот эту отметку уберем, чтобы она не мешала. Проще относиться к заднице. Это природный карман. Я храню там пару полезных штук. Какая вероятность, что мы упав туда? Это вода, по-моему, там. Да, точно. О, святые сиськи Йети. Кажется, тут не подняться, дружочек. Святые сиськи Йети. Так. Здесь же блажь выращивали. Может быть, тут и блаженные будут. Ну, те, кто не успел умереть. Я думал, это музыка такая нагнетательная. Так. Да, вот сектанты тут как раз сидят. Куда бечь-то? Вот. Я думал, что это такая нагнетательная музычка. Но нет. Это просто придурок не умеет сверлить дырки в стене. Вы понимаете, вот... Я сейчас немножко просто по этой тематике немного побомблю. Человек, вместо того, чтобы один раз нажать на курок и просверлить дыру, он делает... Почему он не может один раз просверлить? Если бы у него была бы плохая дрель, он бы вообще бы не смог бы просверлить. Так, теперь проблема в том, что вода не поднимается. Нужно больше воды, чтобы затопило там все. Осмотрись. Нет, поэтому, блин, это, ну, реально, вот, мог бы нормально просверлить. А еще, знаете, такое посверливание, при этом, как будто бы не до конца. Удалые, блин, собаки-то. Жрать-то некого. Ну давай, не застревай. Так, вопрос. Куда нам?
Так, извиняйте. Куда нам? Дальше. Я вас понял. Так, что там за скрипучее волшебство ты применил? Сделай... Так. Это еще раз. Вентили покрути или рычаги подергай. Короче, увеличь давление. Что, я хотя бы пойму, куда идти? А я даже не понятно, куда идти. Там, походу, еще и ток нахерачит. Так, хорошо. Пошла туда. А, на вход надо. А где? А как? Вот скажите, где из них вход? А, ну вот, туда вход. Так, закройте все выходные и откройте на вход. Хм. Ну вот это, видимо, вход, а это выход. Кстати, вот это... Я прислушался, тут еще есть один звук, который... О. Крыса вроде как плавает, но нет. Слышу змею, но не вижу ее. Так.
похожие гремучки. Хорошо. Так. Еще выше. Вот как он сюда попал, а? Так, записка. Не, погоди, это про воду. Ага. Значит, сектанты спаслись. Частично, но они спаслись. Это хреново. Ой-ой-ой. Тихо-тихо. Давай, братан. Вот говно. Еще больше воды. Шевели жопкой, дружочек. Бегом, бегом, бегом. Ну, крокодильчик. Извини, что пришлось с тобой разобраться. Но, к сожалению... Что такое-то? Ты пернатые сиськи, ты справился! Захвати мою аптечку! Не забудь, ладно? Захвати ее! Ну, давай, поднимайся. А я думал, она на дно выкинул ее. Было бы прикольно. А так, не очень прикольно. Папушечка, она снова с нами. О-хо-хо, как же это облегчит мне жизнь. Теперь, когда расчесываешь укусы, можно не бояться занести инфекцию и помереть от сепсиса. Ну, спасибо. Респект тебе. Я вообще собиралась помогать людям, все такое, а не корешки в грязи дергать. Можно я пойду с тобой? Устрою лабораторию у тебя в саду или где угодно. Прокачаю твою иммунную систему. Будешь чувствовать себя зашибись. Конституция, вот это вот все. Я, короче, там сейчас обустроюсь, да? Ну все, я пошла. Обживусь там. Еще раз спасибо, дружочек. Ну, отлично. Все это фигня, мы разобрались. Человек, слово, вот у нас два специалиста есть. Сейчас вот этот байта, наверное, выкинет этот. Поддержку. Да. Песик, пошли. Долго его обыскивать, конечно, но... Ладненько. Так, хорошо.
Теперь нам нужно идти в сторону вот сюда. О, 2 километра. Ну и ладно. Так, а что у нас, кстати, по навыкам? Кстати, 7 у нас. И нам как раз вот этого и надо бы. Фигак. По карте все понятно. Персонаж. Ага. Так. Штанцы у нас новые, да? Угу. Ну, такое себе. За Far Cry коины. Или Юби коины, как вот больше нравится. Что-то как-то дерьмово выглядит, честно говоря. Могло бы быть и лучше. Нам придется еще одну гору пересечь. Но это ладно. В целом не так уж и плохо. Если наткнемся на торговца, еще и продадим. Все, что наковыряли, все продадим. Так. Опа. А, ну да, это же мост. Я же думал, о, бункер. О, я нашел бункер. О. А, хер там. Но один бункер мы нашли. Самое, конечно, отвратительное, что там были что это такое? Что там были сектанты и то, что они типа выжили. Возможно, это был глюк одного из сектантов. Подумал, что он спасен. На самом деле нет. А, может, я и нет. Знаю, что у рейдеров есть ребята. Видела, как Хёрк рассекает в своей развалюхе, как самый паршивый в мире супергерой. Ему бы пригодилась твоя помощь. О, нет! Собачана. Давай, давай. Плохо дело. Плохо. Странно. Ну ладно. Собака у нас не осилила. Да, ночи тут, конечно, темные. Привет, пес. Салют. Пес. Кого ты там? Вот жалко, нельзя, так сказать, настроить собаку, чтобы выбирал либо там, людей находить, либо животных. Да, нужно прокачать нашего персонажа, чтобы он мог
перезаряжаться и прицеливаться в этот момент. Потому что это бывает иногда очень нужно. Так, какой Кенни пристрелил? Ага, я вас понял. Вот там еще нашел. Так, хорошо. Возможно, нам на второй этаж. А может и нет. Так. Ну, я предполагаю, что ключ может быть и там сверху, потому что видите тут. Хотя нет, наверное, вряд ли. Ладно, пошли пока дальше. Даже так. Давно я уже не использовал эту фигню. Потому что она сейчас очень много двухранговых врагов. А она против них вообще ничто. Вот так вот. Не, вообще суперская пила. Вообще супер. Так, два навыка. Да давай удочку захерачь. Хер нет. Так. А, пума на ошейнике, кстати, была. Типа домашняя. Обычно рейдеры двигают дальше сразу, как обчистят какое-нибудь место. А у этой церкви они застряли на несколько дней. Так бывает, когда они пытаются добраться до чего-то ценного. Подумала, что тебе может быть интересно. Очень. Так. Где они? Здесь, что ли? Вообще до хрена этих фиговин. Ей где поковыряться. Так, ладно, пока ж идем дальше. Ну, в пуме в жопу я насовал. Видимо, я зря это сделал, потому что она типа дружественная была. Ну ладно, что поделать-то. Реально нравится мне это северное сияние. Классно вообще. Блин, скрип этих деревьев реально на хищника похоже. Эти цветочки. Осталось-то тут близко. Очень жалко, конечно, что для получения
довольного оружия нужно много чего сделать. Хотя, в принципе, во всех Far Cry'ях так было. Блин, эй. Отстань, дура. Тут еще эти черти. Все. Отвязалась, дура. Да, третьего ранга животнягу не просто так убить. Даже дробовиком. Ну да, дробовик, конечно, не топовый, но тем не менее. Лютый звездец, что называется. А эти калибри летают рядом с этими цветами, которые переливаются. Надо, кстати, отключить это дело, чтобы не раздражало. Выглядит так, как будто они его, я не знаю, сваривают. Или что-то такое делают. Черные легкие. Хорошее это название. Что-то немного людей-то. Придумайте. Так.
туда и вытащи его хоть как. Удачи. Так, как попасть в здание? Хорошо, сейчас разберемся. Нужен ключ. Просто. Так. Так. Кстати, а вот интересно, сколько уже насовал-то? О, 11 штук уже. Молодец. Так. Ага, вы внизу, значит. Ну давай. Как низко. Как низко я пал. Так. Ой-ой. Кого-то там нахлобучивает. Господи! Боже, я
думал, ты труп. Надо было в тебя верить. Чувак, вот в меня верить и точнее не ты верить. Ты пришел за мной. Ты чмошник, конечно. Чокнутый сукин сын, ты пришел за мной. Нужно идти. Ну! Погнали! Вставай за турель, и я вытащу нас отсюда. Едем! Едем, едем! А, вот ты где! Собачку мою, значит, трогали. Люби пизда. Вот, кстати, здесь вот, по-моему, не хватает 60 FPS. Еще было бы неплохо, если бы он бы быстрее ездил. Они сзади! Уу, чувак, как ты классно залетел. Врага резко. Враг идет справа. Где? Справа от нас. Враг слева. Слева. Там, слева. Слева. Интересно, а он знает, куда мы едем? Ну, в смысле, куда нам надо ехать? Никуда не едем. Да где? Явно какая-то вот проблема с кооперативом. Даже попасть не могу, ты знаешь? А звуки какие, как будто мы, блин, тут это стритрейсинг устроили. Токийский дрифт. Даже не попал я, по-моему, вообще ни разу. Он так слетел, как будто я в него все вообще, все что мог. Да. Как же хорошо на свободе. Думаешь? Такой ногой водить нельзя. Ты знаешь, куда ехать. Дальше вести будешь ты. Классно. Вот почему я быстро еду, а он так ехал медленно. Да. Ну теперь понятно, почему он ехал абы куда. Потому что он не знал, куда ехать. Так, стой. Нам лучше направо. Дорога-то какая классная.
даже вот у них вот после ядерного взрыва дорога лучше, чем у нас в России без ядерного взрыва. Так, далее куда? Направо нет? А нет, направо. А потом налево. Не думал, что останусь в живых. Спасибо, что рисковал жизнью ради меня, Кэп. Я тут такое видел, не поверишь. Как-то ночью на шахту напали странные люди. Они словно из каменного века явились. С луками и стрелами против дробовиков. По ним били в упор, но они не сдавались. Слушай, я не верю в магию, но верю своим глазам. В них было что-то такое необъяснимое. Если б мы знали, в чем их секрет, может, смогли бы дать отпор близнецам. Это как раз, видимо, я вымотался. Эти ситовские. Боже, Раш, как же тебя отделали? Ерунда. Пара дней и пройдет. Я не ослышалась? Ты Томас Раш? А вы миссис Рай. Кармина о вас рассказывала. Дочка у вас не промах. А то я не знаю. Кармина, принеси спирт. Ага. Дай-ка осмотрю рану. Вот так вот. Сустав придется вправить. Выжил только ты? Да. Мне жаль. Не представляю, каково тебе. Я виню себя. Близнецы умеют нагнать безнадёги. Поэтому ты и нужен нам. Не знаю, какой от меня теперь толк. У нас получится, Раш. Отстроим тут все, укрепим, как и договаривались. Это сложно. Нужны специалисты, эксперты. Но начинали вы с малого. И здесь то же самое. У тебя есть опыт. Научи нас. Нужны еще люди. Они должны хотеть учиться и быстро. Ясно. Так, теперь сустав. Готов? Да. Давай. Жесть какая. Зато ходят, смотри. А еще и спирт так из горла пить, ну это круто. Ладно. Тогда приступим. Воу-воу-воу, эй, стоп. Может, отдохнем? Пожалуй. Ну, отлично. Добрый день, сэр. Ейки. Так, а как это будет внешне выглядеть? Эй, иди сюда. Сейчас будем есть. Ну, пока не остыло. Пахнет так, что долго не простоит. Надеюсь, это комплимент? Мама решила, что нам не помешает поужинать вместе, развеяться. И она права. Нам всем нужно отдохнуть. Только не ей. Она неутомима. Не жди, что я изменюсь. Даже не припомню, когда принимала столько гостей. Когда рассказала всему городу, что беременна тобой... так радовались за нас с Ником. Не идеал, и у нас еще много работы, но приятно вновь иметь какой-то повод для радости. Достойный тост. Без тебя бы ничего не получилось. Ну же, выпей с нами. Давно пора. Угу. Что за черт?
Это они. Надо увести детей внутрь. Пошли. Почему я не удивлен, а? В прошлый раз нас обычно Сит ловил. О, нет. Опустите пушки. Зачем пугать детишек? Кармина. Все будет хорошо. Простите, не люблю, когда взрослые обманывают детишек. Зачем вы это делаете? Все из-за вашего героя. Пока ты не появился, все шло гладко, но ты... Ты гребаная проблема. Грабишь нас, ставишь все с ног на голову. Слушай, давай убьем его. Нет, не надо. Мученики нам не нужны. Дальше будет так. Все поймут, что твоя помощь — это проклятие. Люди, которым ты помог. Дети, которых ты вдохновил. Поселение, которое построил, мы отнимем все. И вот тогда мы придем к тебе. Не урони. Главное в этом мире — сила. Ты выставил нас слабыми, и с нас хватит! Мы заберем все, что тебе дорого. И начнем с дома. А если не сможем забрать, разрушим. Лучше уходи отсюда. Честное слово, вот не понимаю, когда вот сюда, такая вся сюда. Херня происходит, что мешает взять и просто их пристрелить? С учетом того, что наш герой постоянно влезает в какую-то говнище просто. Ну, кстати, в четвертом Far Cry была возможность пройти игру в самом начале таким образом. Так, хорошо. Мастерская нахрен нам не нужна. А, нам бы... Благодаря тебе все меняется к лучшему. И тоннельчику. Ёшкинка, сколько нам его надо? Томас Раш. 500 этанол нам нужно. Я думаю, теперь-то можно попробовать сюда ворваться. Почему бы и нет? Ну, для начала, я думаю, мы еще парочку захватим. И тогда будет все нормально. Вот раз... Сколько у нас еще осталось лагерей-то? О, ванпостов-то до хераш. У нас только 4 захвачено. А, так-то их до хрена, ё-моё. Ну, даже неплохо. Мы тогда... Ну, еще если 4 захватить, это как раз и будет 500. Нормально. Так, смотрим. Где у нас что поближе есть? Так. Я думаю, пока сходим за тайником. Так вот, пройдемся. Может, что еще интересненькое встретим? Цех патронов. Тут, кстати, тюрьма, насколько я помню, была вот здесь тут. Да, видите, вот здесь вот была еще карта, и все вот это все дело взяли и закрыли. Вот здесь вот мы тогда шаболдались. Все это закрыли, то есть сместили карту достаточно серьезно. Но вот еще интересно, что вот это такое. Ладно. Тогда давайте на этом закончим. И, собственно, потом вот пойдем в ту сторону и будем все дело зачищать, смотреть, что и как вообще, что как происходит. Вот. На этом все. Не забывайте подписываться, заходите ко мне на канал обязательно, в Discord. И, в общем-то, всем удачи и всем пока.